как написано в одной из старинных книг, несмотря на то, что Пятигорск лежит на одной широте с Геной, ниже Венеции и южнее Ялты, климат его резко разнится от этих мест, ибо там везде имеется море, могущественный регулятор климата. Однако в Пятигорске есть другой, не менее могущественный регулятор – это горы. Именно эти вершины, начиная от Кавказского хребта и заканчивая горами-локалитами нашего региона, определяют погоду в городах Кавказских минеральных вод. Часто она меняется по нескольку раз в неделю, а то и в течение дня. Вчера все еще было занесено снегом, сегодня половина его растаяла, а всего лишь несколько дней назад была поздняя осень. Старожилы уже ничему не удивляются, а гости Пятигорска всегда радуются этому романтическому перемещению во временах года. В той же старинной книге, которой уже около 120 лет, отмечается, что характер климата Пятигорска слагается из целого ряда особых условий, представляя собой сочетание свойств степного и горного климата и в общем признается здоровым. Живя в удивительном городе, имеющем долгую историю и здоровый климат, мы гордимся им и радуемся за тех, кто впервые приезжает к нам.